Привет, это вор. Так, как бы это отключить? Я в особняке барона. Мы украли у него самое ценное. Он не очень-то хотел прыгать. Может отключить, чтобы... Если я вдруг обратно убегал здесь. Кусачки-то у меня есть. Чтобы если я убегал, то... Убегал нормально. А не умирал на каждой ловушке. Не терял свои драгоценные жизни. Любитель полазить по трубам. Как-то тут все сложно обустроено. Мне нужно наверх забраться. Ладно. Тут не путь подсвечивать, что ли? Или мне нужно пока в бок двигаться? Какой ты молодец. Давай теперь вправо. Может... А, вот труба есть. Я хотел попытаться прыгнуть. Но все оказалось куда легче. Он вниз опускается или что? Да. Сам лифт опускается вниз, и я не могу отсюда никуда деться. Они, наверное, подсвечиваются, но это очень плохо видно. Они могли бы просто починить лестницу. Он же очень крутой и богатый. Разве нет? Если ты по мою душу, убей меня быстро. Я пришел за ответами и намерен их получить. Мои ответы никто не любит. Я про тебя наслышан. В недрах земли есть энергия. Первородная. Прямая. Лишь немногим дано ее видеть. Но ее можно укротить, направить в нужное русло. Раньше у нас были лишь крупицы, но я хотел больше и сильнее. Что ты сделал, Церин? Когда камень треснул, и книга исчезла, энергия перешла в ее тело. Источник энергии оказывает страшное действие. Искажает тело и разум. Я знаю, на что он способен. Где она сейчас? Я пытался извлечь энергию из нее. Но когда этот мерзавец забрал Эрин из Мойры, то отнял вместе с ней и мечту. О ком ты говоришь? Девушку забрал Альтус. Вам он известен как Орион. Это мой брат. Мы росли не вместе, но я вернул его в семью пробужденных. Как и мы, он чувствовал прямое. Он был на той церемонии, помогал с ритуалом. Но теперь его фанатики явились за камнем. Почему Орион забрал девушку? Он, должно быть, готовится к новому ритуалу.
А ты стал его мальчиком на побегушках. Сперва украл кольцо Корнелиуса. Потом книгу. Камень из крепости. Если он найдет последний... Твой глаз. Ты был там, я вспомнил. Ты не есть последнее звено. Удачи с блестяшниками моего брата. Пока. Спасибо, что пожелал удачи. Естественно, не следовало верить тому мужику. Я здесь пройду, нет? Можешь отдохнуть немножечко. До этого я прибежал, и звука не было. Зачем вообще сюда идти, в эту сторону? Она бессмысленная. Я-то подумал, то, что купил какой-то крутой костюм, благодаря которому не слышно мои шаги. На всякий случай возьму лук. Я даже выстрелить уже хотел в него, потому что он долго стоял слишком. Но он закреплен в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. Игра, в общем, вылетела. Я не знаю, снялся ли момент, как я сюда попал. Я, в общем, выбежал из его особняка на улицу. Нажал на кнопку на стене. Там открылась потайная дверь. Это ведро с дыркой. И я пришел сюда, все, конец. Великолепной истории. Мне надоело уже читать эти записки на самом-то деле. А их тут целая куча. Просто закрою. Так будет лучше для всех. Тут еще записка, но тут рычаг есть какой-то. Я запустил механизм. Может, он хочет это сломать, я не знаю. О, боже. Надо самому это как-то настраивать, да? Но я подвел это к трещине какой-то. Может, это так и работает? Или тут уже все должно поломаться? Что? Заберите осколок. Он же говорил то, что... Я это последняя деталь. Он мог бы просто убегать. Если как следует надавить в правильных местах, я сломаю эту штуку. Ты же и так этим занимаешься. Вон вторая трещина. Вот третья. Это какое-то странное задание вообще.
Гаррет не может быть виноват. Ну, одно очко. Толку это качал вообще. Эффективность прокачал. Что-то у меня никакого замедления там нету. Привет. Что такое? Мастер Во, я не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора, его руки окунали в горячий дёготь. Черные руки. Но твои руки я повешу над камином. Пока. У него уже там были грандиозные планы по поводу его рук. Но он обломился. Эти трубы должны выходить на реку от моста. Выйдите из канализации. Давай выйдем. Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Пройдите по мосту. Прыгаешь ты не очень хорошо, да? Я надеюсь, она там застрянет. Да. Ура, еда, можно заодно и поесть. И быстрее, пока тут все не разрушилось. Можно прыгнуть? Там кто-то упал вроде бы. Может просто валить, а то еще замки тут всякие вскрывать. Встречу ли я еще от торговцев? Или уже нет? Я не могу запрыгнуть. Может кто-то захочет воспользоваться случаем и продавать стрелы. На этот раз я потратил бы все свои денежки на стрелы. У меня их не особо-то много. Он задыхается. Нет. Не туда, что ли, прыгать? Чего он прыгать-то не хочет? Боже, это так сложно. Просто живи. О боже. Какой он инвалид? Почему его до сих пор не убили? Скрывать я это заново не буду. Могли бы и подальше меня сохранить в самом начале. Вот спасибо.
Могли бы сохранить хотя бы на том моменте, как я допрыгнул до туда. Нет, зачем же это делать? Давай быстрей. Зря я это делаю, да? До этого я нормально мог побежать. И тогда я мог просто убежать, но нет. Я решил покрутить. Того и гляди, куда мне идти-то? Как он ноги свои не обжег. Сам говорит, аккуратно надо ступать, сам прыгает тут. Я думал, что это конец. Нет. Ура! Я справился. Разводной мост. Оба погибли. Но ты тупой. Ты не мог прыгнуть. Играешь за обезьяну. Прыгает только тогда, когда хочет. Надо ступать осторожно. Ой, как классно! Это того и гляди, упадет. Вот они издеваются. Что по сохранениям, а? Почему нельзя сделать нормальные контрольные точки? Бред. Надо ступать осторожно. Это крыша того и гляди, упадет. Были бы нормальные контрольные точки. Нет. Зачем это? Лучше мы сделаем свои. Да боже. Ладно, я не возьму тот сосуд, который там валялся. Как-нибудь без него проживу. Самое время самому сохраниться. Я опять оттуда не хочу идти. Вот могли бы тут сохранить. Вот в чем проблема сохранить тут? В чем вот? Не хочешь прыгнуть? На этот раз прыгнул. Не сюда, да? Я не хочу оказаться в ловушке, если эта часть моста рухнет. Может, наверху будет лучше? Ты так думаешь? Как подняться-то? Ай, инвалид! Понятно. Подъем там не предусмотрен вообще. Полчаса терся. Я не хочу оказаться в ловушке, если эта часть моста рухнет. Может, наверху будет лучше? Может, будет. Но это не точно. Как они умудрились тут все разрушить? Так вот жестоко. Не осторожничай, надо бежать. Скажи хоть куда бежать.
сейчас перебью тебя. Это было понятно вот по той штуке, которая светилась синим. Если такое может случиться из-за пожара? Надо вернуться в башню и пополнить припасы. Тут есть над чем подумать. Готово. Украсть все только 11%. Но я вообще забил на эти деньги. Позже ночью. Можно еды набрать. Взять. Только нужны ли они мне? Вот в чем вопрос. Тебе что-то изменилось, дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет, словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Ты... это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай! Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Так, идите к собору, в старый квартал. Ладно, думаю, на этом можно остановиться. Пока.